нельзя говорить о виртуальном пространстве как о чем-то, индивидуальном. Это то же самое, что говорить о Телеграме. Обычной Телеграме, которую мы получаем по почте, если, кто-то еще помнит, что это такое, или по обычному физическому письме. Сколько мы можем проводить в обычном физическом письме? Значит, информационные ресурсы, которыми мы пользуемся, это отражение того, что мы есть. И поверьте, что дерьма там не больше или не меньше, чем оно есть в реальной жизни. Просто другое дело, что когда мы ходим по улицам, то мы стараемся не вступать в какашки, в те или иные. А информационные ресурсы мы почему-то не, в общем, не вычищаем под себя зачастую. При этом я сразу могу сказать, что сеть интернет как большая помойка, ее надо тоже уметь под себя чистить, вырезая осознанно, да, те куски, которые нам не нужны. Поэтому говорить, сколько надо проводить, нисколько не надо. Все делается в реальном мире. А телефон, телеграмма, письма – это всего лишь поддержка наших реальных действий. Поэтому надо встать, выйти на улицу, и все там будет замечательно.